Приветствую, друзья, вас на своем канале Земледел. Сегодня 24 января, среда. 10 утра начали садить. Думаю, к 2-3 закончим садить. Сейчас немножко вот это коротенькое видео сниму, потом основное внесу. А вечером уже покажу длинное видео, как хочу показать, как мы садим. Одной рукой неудобно будет, правда. Стаканчики я уже показывал. Стаканчики вот такие, 10 на 10. Удобные вполне, между прочим. Я их хоть недолюбливаю, но понравились вообще-то. Вот так. Корешок вот такой, подсох немножко. В общем, ставим лунки заготовленные уже. Сделаны заранее. Как раз лунки я сделал на глубину, на диаметр стаканчика. В общем, вот так вот вровень получается. Далее придавливаем руками обязательно по краям, чтобы пустого не было. А потом вот это вот возвышенность, то, что сверху с рынкой, с землей по воздушной корни вот до сюда засыпаем. Тоже немножко придавливаем. Вот и все. Посажены. Вот так 3100 растений будем делать. Ничего нового нету, садим каждый год вот так. Еще удобная схема, удобно все со стаканчиками, только надо надрессироваться вообще-то, а так вполне хорошие стаканчики. Вот такой корешок тоже поставил, где глубоко подсыпаем обязательно. Самое главное, конечно, это придавить по краям, чтобы нормально было, и обязательно, чтобы сырая земля была. Лунки изначально вчера я пролил чисто теплой водой 35 градусов, чтобы земля была теплая. И все. Вот тростишка на месте. Как мы говорим дома. Вот так вот садим. Все, вот это вот я врежу потом основное, вечером сниму после посадки. Вот я посадил пока месть вот столько. Девчонки втроем садят спереди. Все, отключаюсь. Что, друзья, вот снова я. Так, время уже 4 часа вечера. Так, до обеда высадили, 11:30 уже досадили 3100 растений. Получается, сейчас после обеда полили под корень вокруг кустов, чтобы все утрамбовалось, что руками не утрамбовали. А сейчас буду производить обработку. Обработку буду производить Эпином Экстра. Вот такой регулятор роста и развития. Короче, вообще-то вот так. Кто пользовался, отзывы напишите, нормально, нет. Мы им уже работали как-то. Вообще хороший препарат. По 50 миллиграмм выходит и недорогой, в принципе. Сейчас буду обработку производить по листу. С опрыскивателем пришел. Сегодня поступила информация нам о том, что обязательно во время обработки и после обработки, чтобы не было никакого освещения. Сегодня освещение не могу потушить, потому что мы посадили. Будет гореть сутки, получается, без перерыва. Поэтому я сейчас сниму видео, выключу свет освещения, только оставлю белый свет. Эти лампы и все, и обработаю через час, через полтора-два, как высохнет, обратно включу. Не знаю, от какой информации еще проверим конкретно, ну раз говорят, значит, надо сделать. Вообще-то суть в том, что под любым освещением, даже лампочным, Эпин перестает работать. Поэтому сейчас обязательно тушим свет, производим обработку. Обработка Эпином проводится для того, чтобы снять стресс с растения, потому что сегодня была высадка, где-то корни порвали, где-то еще что-то. В общем-то, вот так. Вот пока судить о состоянии еще рано. В общем-то, вот так. Сейчас через 2-3 дня уже видно будет, кто помрет, кого пересадить. В общем-то, вот так. Пока все отлично. Так, пролили, ушло воды 2 куба. Еще раз повторюсь, где руками не затрамбовали, чтобы водой затрамбовалось. Утрамбовалось, не было никаких пустот, поэтому
и проводится полив под корень обязательно после посадки. Ну, считай так. Все, будем ждать. Наконец-то высадились. Вот так вот все красиво выглядит. Теперь недельку-полторы, дней 10-12 уйдет у нас на укоренение растений, на корневая как пойдет. Сразу будем симптомы, я потом покажу. Корневая, это будем ждать усик в первую очередь, потому что усик свидетельствует о том, что корень ушел в бок. Поэтому сейчас будем работать над урамином. Через дня 2-3 цирконом обрабатывать, вообще-то только антистрессами, и полив. Через дня 2, наверное, капли прольем. До посадки уже поливали, но всякое бывает, вдруг подсохнет, придется поливать. Вообще-то вот так. Всем спасибо, кто смотрит. Подписывайтесь, лайки, комментарии. Вопросы задавайте, не стесняйтесь. Только рады всем. Вообще-то вот так. Все. Работаем. Всем пока.